Праздник спорта в Самаре стартовал международной матчевой встречей «Бокс на Волге» между сборными России и Сербии. Первыми в ринге показали класс Максим Кузнецов и Тамир Галанов. Россиянин легко одолел соперника, и национальная сборная повела в счете 1-0. Там ловишь кураж и просто наслаждаешься поединком. Я работаю на результат в первую очередь, а зрители — это уже второстепенно. Им большой поклон за такую энергетику. Я всех слышал. Это очень заряжает. Показывать результаты, радовать любителей бокса продолжила почти вся сборная России. В итоге победа над сборной Сербии 6-1. Один бой проиграл тяжеловес Алексей Салмин, представляющий Самарскую область. Его переиграл дагестанец из сборной Сербии Садам Магомедов. В главном профессиональном бое вечера сошлись супертяжеловесы весом более 100 килограммов, россиянин Артем Сусленков и американец Кевин Джонсон. Они радовали публику пушечными ударами и непробиваемой защитой 8 раундов. В итоге рефери объявил поединок показательным, счет оказался равным. Ну, это было неожиданностью, но бой же как бы выставочный, поэтому вот так все. Профессиональный бокс, да, это первый раз. Я планирую переехать в Самару. Буду развивать здесь бокс, выступать за Самарскую область на соревнованиях. Потому что здесь здорово, красивые женщины, вкусная экологическая чистая еда и замечательная природа. Аналогичный турнир уже проходил в Самаре в этом году. В марте встречались сборные России и Белоруссии. И сегодня тоже по накалу, по соревновательности сегодняшние бои уже с сербскими боксерами, многие которые... Конечно, там российской, там советской школы выходцы. Да, очень интересно. У нас там полный дворец, люди болеют. Красивый, на мой взгляд, бокс интересный, потому что я стараюсь присутствовать на всех таких мероприятиях. И вот именно с точки зрения популярности в проведении, ну, Самара, мне кажется, выходит сейчас в лидирующие позиции в России. Участников и зрителей турнира «Бокс на Волге» со спортивным праздником поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. И отдельно хочу, чтобы мы еще раз поприветствовали парней, которые показали сегодня свой профессионализм, проявили лучшие качества, мужество, храбрость. Все это стало, конечно, большим важным зрелищем для всех нас, для любителей бокса, для любителей спорта, для начинающих спортсменов. И я рад, что... Турнир проходит не в первый раз на самарской земле. Бокс на Волге уже стал брендом. Организаторы турнира «Бокс на Волге» планируют провести осенью третий праздник спорта в этом году. На этот раз соперником сборной России на ринге могут стать спортсмены из Азербайджана или Таджикистана. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.